Всем привет, друзья. Небольшой ветерок. Такие порывы налетают, но нас это не останавливает, друзья. И мы идем копать. Все, сейчас одеваюсь, а я недалеко от моря, мы здесь находимся, вообще рядом. Одеваю все сразу на себя, груза. Так легче просто мне. Иду на море, все. Так вот, друзья, сегодня берем с собой меч. Я уже оделся. Груза уже на мне, пояс на мне, я полностью экипирован уже. И также пойдем к пляжу. Мне так просто удобнее, не так тяжело все нести, а на себе, как утренняя зарядка. Ну все, пойдемте. Еще вчера хотел пойти, ну такой ветер был сумасшедший. Здесь поваляло зонтики, перевернуло мусорные баки. В общем, ветер наделал делов. Вот видите, только вышел, и сразу море. Ветер сегодня опять, ну не такой, как вчера, так что поныряем. Вот такое море, друзья, немножко волнуется, ну... Нормально. Поныряем.
Так, ну вот и все, друзья. Я уже понырял. Солнышко вышло. Уже хорошо. Коллеги мои копают еще. Все. Так что, друзья, здесь копают нормально. Нормальные отношения, познакомились. Люди с Москвы. Привет, кстати, им передаю. Михаилу, Виктории. Так что все, заканчиваем. Сейчас пойдем почитаем, сколько я нашел. И все вам покажу. Так вот, друзья, человек здесь моет асфальт, подметает. Я попросил. Вот так опресняю приборчик свой. Обязательно после соленой воды нужно проводить такую процедуру. Обязательно просто. Хорошо, хорошо, нужно опреснять. Вот таком. О! Хвала! Вот, друзья, я уже зашел домой. Принял горячий душ. Вода все-таки холодная после шторма. Ну и сейчас покажу вам все свои находки. Вот, сейчас посчитаю, разложу. Мало мусора. Ключик попался и каких-то два плавка алюминиевых. Вот евро. Все, которые за сегодняшний день под водой. Здесь 24 евро 50 центов. Ну, я считаю, очень даже неплохо. Плюс мне попалось 2 российских рубля. И еще, друзья, попалась вот такая монетка. 2 форинта. Но это еще старая. 70-й год, конечно, для Евросоюза. Ну, такая монетка. Смотрите, какой сохран великолепный. Сколько она пролежала и как она выглядит в сравнении с современными монетами, даже европейскими. Вот раньше качество такое было, друзья. Но тем не менее, вот это все по монеткам. 24 евро 50 центов, 2 российских рубля и 2 форинта. Попалась вот такая заколка. Вот это даже не могу определить, но, скорее всего, бижутерия. Если, друзья, сейчас вы увидите на весах вес, значит, это серебро. Если не увидите, значит, это точно бижутерия. Браслетик. Скорее всего, бижутерия. Так, и попались вот такие бусы, или даже не знаю, как их назвать. Попались вот такие бусы еще. Они прибором не определились. Это не цветной металл. Даже не знаю что. Ну, вот такая застежка магнитная. И сами они как магнитные. Видите? Не знаю даже из чего сделаны. Но я их глазами увидел визуально. Так что вот такие бусы. Не знаю, что это за материал. Какая им цена. Если вы знаете, друзья, можете написать мне, помочь. Но это магнит. Они все магнитные. Притягиваются друг к другу. Так что, если знаете, напишите, пожалуйста. Ну и первые очки Адриатического моря. Попались вот такие очки. Все, друзья, вот это все, что из находок за сегодняшнее утро. Почти за 3 часа поиска под водой. Встретились, как вы видели, мы с камрадами. Передаю им привет Виктории, Михаилу. Пляжи общие. Кто раньше встал, того и тапки. Так что никаких конкурентов. Все мы камрады, все мы дружим и все нормально. Все, будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Комментируйте. Ставьте лайки. Подписывайтесь, самое главное. У нас еще много впереди. Поиск еще продолжается. Так что до новых встреч, до нового видео. Кто ищет, тот обязательно найдет. Пока, друзья. Пока.
назови меня.